Я уже говорил, что комбинат «Запорожсталь» – это комбинат с большими традициями, а мы пришли с большими амбициями. На сегодняшний день вообще есть в мире на рынке стали кризис. И нам необходимо делать огромные инвестиции для того, чтобы построить тот завод, который мы будем гордиться. То есть то, что я увидел, и то, что мы уже не раз на эту тему говорили, нам необходимо в горно-металлургический комплекс инвестировать огромные средства, и мы к этому готовы. Если мы будем делать огромные инвестиции, значит, мы построим сильное предприятие, от этого выиграет и предприятие, трудовой коллектив, регион, страна. Не будем мы этого делать, значит, мы все проиграем. Если вы сегодня посмотрите глазами инвестора, то я скажу честно, что это невыгодно инвестировать, потому что мы купили контрольный пакет. И еще необходимо инвестировать большие средства. И если посмотреть, а какой возврат на капитал, то сегодня это невыгодно, в краткосрочной перспективе. Но я убежден, что нам необходимо это делать. И в нашей стратегии развития все это предусмотрено. Мы хотим, наша группа «Мединвест» будет делать огромные инвестиции и модернизировать горно-металлургический комплекс Украины. А горно-металлургический комплекс Украины – это 40% валютной выручки Украины. Это наше настоящее и будущее. Без этого у нас ничего не получится. Как акционеры оценивают работу нового менеджмента, я вам хочу сказать, что если посмотреть на, как в прошлом году мы закончили с минусом. А когда закончили с минусом и необходимо инвестировать огромные средства в модернизацию, вы знаете, ну, нет большой мотивации у акционеров. Сейчас показатели лучше, намного лучше. И для нас это огромная мотивация сделать то, чем мы будем гордиться. Я убежден, что если мы построим новый кислородно-конвертерный цех, то это будет одним из лучших комбинатов в Восточной Европе. И мы все этим будем гордиться. И я уверен, что в Запорожье будет чистый воздух, здесь будет сильная экономика, люди будут получать достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь.